Друзья, всем привет! Время начала 12-го. У нас тут долгожданная встреча. Приехала, наконец, наша девочка, сахарный пупсик. Она, конечно, стрессанула. В дороге кричала. Пока пересаживали, тоже ругалась. Вот сейчас замерла и в одном положении сидит. Она даже меня укусила, пока я пересаживала, потому что она дикая, она не ручная. Если с Джимиком мне повезло, он парень ручной, то с этой мадам надо будет приручать. Вот. Да, Джимуль? Про тебя говорю, про тебя, мой сладкий. Уже кушать ждет, кушать. Да, сейчас буду кушать. Дайте виноградик пока дам, давай. Кашку я ему еще не заваривала. Так, дам сейчас ему виноградик. Джим, держи, мой сладкий. Какая вкусняшка. Какая вкусняшка, да. Ну, иди покушай. Джимик. Пойдешь кушать? Держи. Джим у меня, конечно, красавчик. Умничка. Видите, какая зайка у меня. Давайте попробуем девочку покормить. Я ей уже придумала имя. Пока она ко мне сегодня ехала, я ей придумала имя. Если у нас Джимик, то пусть тоже будет на букву Д. Ой, мамочки. Кажи, захотела с рук сразу покормить. Да, ладно, я тебе сейчас тогда в миску положу. Видите, как ругается. Короче, я ее решила Джулия назвать. Мне кажется, будет очень красиво. Ну, мадам очень серьезная. Но еще маленькая, конечно, к тому же. Ну и плюс дикая. Еще стрессанула сильно. Это тоже очень сильно сказывается на них. Конечно, первый день. Она ко мне и даже не думает, что начнет привыкать. Это на все надо время. Постепенно кормить ее вот так вот с рук. И она привыкнет. Я думала, она хотя бы немножко подвигается, но она вот в одном положении, и все. Пусть она отойдет. Я думаю, я ей сейчас лучше принесу поесть, попить и выключу свет. И тогда она, наверное, подвигается, полазит по клетке, принюхается. Ну и залезет в домик, поспит там. И еще ей наполнитель насыплю. Вот, я просто еще ничего не сделала. Я только вот присадила ее с временной переноски. И сразу включила вам, снимаю, показываю. Что ты там сальто делаешь? Джимик. Зая моя. Держи. Ну, как я его обожаю, красавчика моего. Ну что ты, сладкий, пальчики лижет. Пальчики лижет. Ты виноградик бери, пальчики лижет. Джимуля. Джимуля. Сока хочет виноградного, да? Пальчики облизывает. Ты сладкий мой. А, он чувствует запах. Я ее держала именно этой рукой, когда пересаживала за хвост. Вот он чувствует запах и не может понять. Принюхивается. Запах какой-то другой, необычный. Он такой раньше не чувствовал. Поэтому вот он сейчас так усердно принюхивается. Ну ладно, я думаю, он ее заметят и начнут они как-то немножко привыкать друг к другу, пока так на расстоянии. Немножечко поснимаю ее через решетку, конечно. Она не подпускает к себе. Если я отпускаю руку, она тут же начинает ругаться, как рой пчел. Вот такая красавица к нам приехала.
Маленькая красивая девочка. Женечка, спасибо вам большое за доставку. За такую девчонку очаровательную. Я думаю, они сдружатся с Джимиком. Пока, конечно, будет расти отдельно, пока она малышка. А потом уже будем подселять. Будет у нас красивая пара. Такие глазки, господи, такие глазки. Устала. Ой, ладно, ребят, все. Оставим ее в покое, пусть отдыхает. Что ты, космонавт? Космонавт. Знакомиться пойдешь с дамой? Джимик. Пойдешь знакомиться? Джимик уже понял, что что-то происходит. Кто-то вторгается на его территорию. Какие-то запахи новые, да? Джимуль. Что ты? Жайчонок. Ти жайчонок сладкий. Джимультик. Джимультик. Вот он нюхает мои руки, потому что я ее держала в руках. А еще Катюшка мне привезла сверчков для рептилий. Вот они, домовые сверчки. Дальше здесь тоже сверчки, только это уже не домовые, другие. Господи, какие они мерзкие все. Зафобус. Вот надо этим посумам тоже дать. Ну, я жутко их боюсь. Дети уже спят, я ночью снимаю. Не знаю, может быть, пинцетом получится мне их несколько штучек выковырить. Джимику отдать. Правда, прям вообще не могу такое в руку взять. Я, тем более живых. Мертвых я еще могу взять замороженных. Живых нет. Джимик. Ребят, смотрите, у меня получилось взять пинцетом. Ой, какая вкуснятина. Посмотрите. Посмотрите. Конечно, все любят живых. Живой корм. Свеженький. И рептилии любят, и посуму любят. Хотя и замороженных они отлично едят. Но когда насекомые живые, это вообще, конечно, несравнимо ни с чем. Джимик в восторге. Как мороженка ест. Давайте проверим, будет ли наша мадам есть. Я ужасно боюсь. Ужасно боюсь, потому что она жутко ругается. Ты будешь? Смотри, кого я тебе принесла. Не ругаешься? Вот это да. Только что ругалась на меня. Держи за фобус. А кушаешь, зайка? Господи, как же она напугана, а? Кажется, она устала, хочет и отдыхать, уже и спать хочет. Еще попить надо и дать. По дороге пить хотела, наверное, много. И этот всю мороженку свою точит. На спину лег и балдеет от удовольствия.